ребята, всем привет. Мы находимся в Крыму, Гурзуф. Вышел только что в санаторий по делам президента и двигаюсь в центре Гурзуфа, короче, вот так. Я тут первый раз, потому что это выход из санатория. Охранник меня остановил, я думал, у меня сейчас начнутся какие-то проблемы. А в конце он говорит, а есть сигарет? Я говорю, нет, есть на своем. Говорю, дай, пожалуйста. И все, мы с ним разговаривали, все, он меня отсыпал. И все, мы подружились. То есть он думает, что я там, ну, отдыхаю, там, лечусь, поэтому я могу, в принципе, назад зайти, просто погулять. Я вообще сам не понял, как я туда прошел, потому что туда, типа, так просто не пройдешь. Ну, и просто красиво посмотрел. Я вообще не знал, что я в санаторий зашел. Просто гулял-гулял, и получилось, что зашел в санаторий. Ну, а куда деваться? Жизнь такая. Ну, а проблемы, скорее всего, это были бы не у меня, а у него, у них, у охраны. А вот и почта. А, это МВД России. Это полиция. А, это просто у них почтовый ящик. Сейчас идем в храм. Тут есть храм. Его сдалека видно. А терминалов, кстати, здесь вообще много. Здесь прям реально для людей. Просто здесь, наверное, богатые люди отдыхают. А то там везде вообще нету. Так, вот он, этот храм. Дошел я до него наконец-то. Хостел здесь 700 рублей стоит. Я только что нашел хостел в интернете. Его нет, странно как-то. Он как бы на сразу за территорией санатория. Так, там вход. Заходить будем, не будем, не знаю. Сейчас, может, на обратном пути. Сейчас просто посмотрим. Я именно здесь первый раз. Сейчас посмотрим. Ну, природу, скорее всего, потому что здесь смотреть больше нечего. Просто посмотрим природу. Сейчас мы поднимаемся в горку. За этой стеной санатории. Или не санатории, уже лагерь Артек. Я вообще хочу в лагерь Артек попасть. Ну, просто поснимать.
уже вспотел. Хорошо, я полотенце с собой взял. Где-то искупаюсь. Сейчас, наверное, думаю, найду уж пляж какой-нибудь. Не только же там, в центре пляж, где дача Чехова. Я думаю, что есть еще пляж. Блин, что-то в тапок попало. Я иду. И думаю о другом, как ногу колет. Здрасте. О, эвакуаторы работают. Полиция тут. Так, а я в сторону Медведь горы, да, иду? Получается. Вам не видно тут за горой? Ой, за горой, за деревьями. Медведь горы. Украинскими номерами. Здравствуйте. Так, главное до темна мне добраться назад. Я тут путаюсь, капец, тут просто вот такие вот, вот так везде ходишь, и можно крюк просто навернуть и в то же место прийти, то есть я не знаю. Ну хорошо, просто что я легкий, там где-то через забор перелезть, подпрыгнуть, ну просто сократить путь, а то так это. Ну тут надо это, конечно, ну знать, через какой забор ты перепрыгиваешь, а то на дачу помощника президента или губернатора какого-нибудь залезешь, там и останешься. Ну не останешься, наверное, просто заморочки какие-нибудь. Со всеми можно договориться. Да, знаете, тут вот тут вот, в этой местности вообще круто, я не знаю. Прям круто. Тут вообще ништяк. Тут прям так отдыхаешь. Просто ходишь. Шампанское возьмите в морозилке. Как в тумане. Как сказка какая-то. Сейчас я уже начинаю влюбляться после Гурзуфа в Крым. До этого как-то вот, ну, не особо. То есть я был в Севастополе, Севастополь меня не впечатлил. Там, я не знаю, Симферополь, ну, симпатично. Там есть в центре города парк. Здрасте, а там пляж есть какой-нибудь? Уже нету? А куда это я выхожу? Нет, не сюда, а вот там. А, пляж. Спасибо большое. У полицейского спросил, куда мне следовать дальше. Полиция, кстати, здесь такая веселая. Не грустная, как в некоторых городах. Да даже в Симферополе я подхожу, говорю, мужики, подскажите, пожалуйста, как там, ну, там, проехать куда-то. Где ты увидел мужиков? С такой рожей, такой бандитской какой-то. Блин, надо было с ним поехать. Я хотел попроситься сказать это. Можно с вами прокатиться? А что-то потом это, передумал, не знаю. А так бы сейчас на электрокаре прокатился. Я думаю, он бы согласился. Thank you.
Да, прикольно здесь. Так, прикольно-то прикольно, просто я уже устал идти. Артек, паспорт, объект. Кстати, я заметил, что Артек охраняет полицейский прям в форме. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, как это, что далеко еще идти? Что-то иду. Да куда-нибудь на пляж там. Вниз идете или вверх? Да. Идете? Вниз, на пляж. Вниз этого куда же? А где, вот тут пройти? Не, ну так, идете по дороге до самого низа, там какая-то церковь будет, не туда. То есть, а там уже пляжей нет, да? Да это есть пляж, это Артек. Дети туда купаются. А как получить это, пропуск в Артек? То есть... Только дети купаются. Да, yeah, там у родителей пропуска может есть, или да, и то вряд ли. Да? Конечно. Сюда не попадешь, да? Ну это детская, да, идея. Нет, я понял. То есть не детей смотреть, а территорию, тут же красота такая. Это экскурсии. Это на официальный сайт заходите. А. Если сейчас есть экскурсии. А, я понял, спасибо. Если есть вообще экскурсии, просто на экскурсию прям на официальном сайте записываешься. И там через 5 КПП, ну там уже на сайте объясняют туда же. Спасибо. Если я даже не слышал о таком. А так пропуск, что там на экскурсии. Самому пройти такого нет. Я понял, спасибо большое. Как экскурсовода, знаешь, как это? Это вот где стеклянные вот эти их дома, да, там стоят? Прям там? Сейчас не было экскурсии, я честно не знаю. Да я в интернете смотрел, так круто там вообще. Ну, не, ну если есть экскурсии, если они сейчас вообще проводятся, угу, то это на официальном сайте, это точно знаю. Там даже никого ходить не надо. Не знаю. Спасибо большое. Так. Ну назад я уже снимать не буду. Сейчас дойду до туда, там поснимаю. Нет, потому что, ну, и батарейка садится, и память заполняется. Ну так вы приблизительно поняли, да? Ну, вот как здесь это выглядит. То есть, при возможности я еще пока тут буду находиться, я еще в соседней. Сейчас сколько времени? Посмотреть не могу, так бы это.